Инструмент, когда я открыла инструмент, я была просто в восторге, потому что мало того, что он приближен к роялю, что это важно, что дети будут слышать живой, настоящий звук. Они еще не знают фамилии известных мировых композиторов, но смогут услышать классику в живом исполнении. В новом детском саду Ртищево есть музыкальные и физкультурные залы, бассейн, зимний сад и даже массажный кабинет. Такого еще не видели, говорят родители. Их дети первыми смогут обучаться в инновационном детском саду. Грандиозные группы, все отдельно, где спать, где кушать. Все очень чисто, светло. Детский сад рассчитан на 250 детей, причем реализовали такой амбициозный проект в сжатые сроки. К работам приступили год назад, и уже к маю трехэтажное здание было готово. Здесь использовали новейшие технологии строительства. Сегодня детский сад полностью укомплектован. С вводом этого объекта на вашей территории, а это 245 плюсом мест, очередности такой возрастной группы на территории района не будет. Это будет 26-й район на территории Саратовской области. И ровно до 2016 года, с учетом наших больших муниципальных образований, город Саратов, город Энгельс, мы завершим всю эту работу и решим вопрос с очередностью. Пока персонал нового детского сада опробует современные методики обучения детей, в области продолжается строительство подобных дошкольных учреждений. Развитие системы детских садов будет длиться в регионе еще несколько лет. Елена Губенкова, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.